Губернатор Сергей Морозов провел совещание по развитию регионального агрохолдинга, где объявил о кадровых изменениях. Работы по созданию единой организации начались еще летом 2016-го. По замыслу правительства, агрокомбинат должен стать финансово устойчивой структурой, которой предстоит заниматься поставками продуктов питания в бюджетную сферу и обеспечением продбезопасности. Организации, входящие в состав агрохолдинга, будут осуществлять полный цикл производства от поля до прилавка. В его состав уже вошли предприятия, занимающиеся хранением овощной продукции «Агропромпарк», производством овощей открытого грунта агрофирма «Старомаинская», закрытого грунта «Тепличная» и логистическое предприятие «Средняя Волга». На последнем совещании в октябре 2016-го глава региона отметил, что в скором времени будет введена новая должность председателя совета директоров. О том, кто же это будет, было объявлено только сегодня. Также стало известно, что предприятие «Тепличное» возглавит Ибрагим Мурадов, ранее занимавший пост руководителя аппарата администрации города Ульяновска. Агрохолдинг возглавит Александр Бартиков. Очень опытный специалист, который поработал и в сфере сельского хозяйства, и был одним из руководителей Министерства сельского хозяйства Ульяновской области. Что же касается «Тепличного», то руководителем данного холдинга, данной компании назначен господин Мурадов, тоже человек с очень большим управленческим опытом, и мы считаем, что данный тандем позволит нам построить очень современный, конкурентоспособный и активно развивающийся комплекс. В рамках встречи с новыми главами профильных организаций губернатор рассмотрел новые программы развития самого агрохолдинга в общем и модернизации комплекса «Тепличное» в частности. Это позволит существенно увеличить объемы производства сельхозпродукции и обеспечивать ее продвижение на межрегиональный рынок. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».